Всем добрый день! Сегодня у нас такая приятная погода, ветра нет, так более-менее тепло, 14 градусов. Съездили во фреш. Не знаю, как завтра у нас будет. Вроде бы и транспорт не будет брать, кто не вакцинирован, справки не имеет, ни магазина, никуда. Не знаю, что. Кое-что купила, сейчас покажу. Сейчас буду подглядывать. Грейпфрут. Давно не ела, я вам скажу. По 39 гривен. 930 грамм. Ну, килограмм. По 39 гривен. Такой брала. Кожура красноватенькая. Две штуки, но видите, каждый почти по полкилограмма грейпфрут. Яйца. Яйца у нас... десяток по 2,89 яйца такие не мелкие, хорошенькие. Далее к рыбному отделу подошла, голову купила семги. У меня была вот эта уха, варила как раз, ой, хорошая. Вот это вот мясо тут столько и вообще прелесть. И она по 89 гривен. Голова на 52 гривны затянула. Очень хорошая уха. Дальше. О, пивной набор. Семга соленая, слабо соленая или какая, пивной набор. То я не к пиву, а на бутерброд. По 170 гривен. Два таких хороших кусочка взяла. На бутербродик. Я помню, не всегда бывает такой набор. В прошлый раз брала, то какая-то аж, знаете, действительно как пиво, аж твердоватая была. Немного вымачивала. А тут, по-моему, ничего. Мягенькая, хорошая. Семга. Так. Колбаска. Вот. Лобина у нас хорошая фирма. Солями коньячная какая-то. Это палочка у нас. Масса нет. 220 грамм. Колбаса. Колбаса коньячная. Мне кажется, меня надурили. Колбаса коньячная. Вот она, колбаса коньячная. На 92 гривны. 0,44 вес, а тут 0,22. Видите, как легенько. И все, 100 гривен. Помидоры розовые. Давно уже не брали, уже начались... тепличные, но такие не каменные. 280 грамм по 43 гривны. Буливеры. Сколько? Две штуки. Две, три. По 106 гривен. По 106 гривен на 10 гривен. Вот это МНДМ детям забыла отдать. Были. Отдавала там у меня в пакетиках, но это как-то отвалилось от пакетиков. 17 гривен. Дрожжи. 40 грамм здесь. Прессованные, активные. Я всегда такие покупаю. Дрожжи. Наверное, не выбила кассирша. Чего-то я не нахожу. Киви. 27 гривен. Были по 44. Вот. Лимоны второй сорт по 23 гривни. По 23 гривны Турция. Хорошие лимончики. Четверть куриная по 59 гривен у нас. Масло, акция была молоке, но молоке неплохое масло.
масло. Сколько ж оно? 40 гривен. 40 гривен масло. Рыбку взяла, давно не ела. Я люблю скумбрию копченую, холодного копчения. По 147 гривен на 48 гривен. Спинка вроде широкая, должна быть неплохой. Так, печенье. Пол килограмма по 84 гривны. Детям тоже забыла отдать. Вот конфетки те и фундук. 52 гривны. По 349. Дорогой, но... Но мука у нас, мука по 12 гривен, кило 800, на 23 гривны мука и сахар. Сахар не буду показывать, прочитаю. По 23,09 сахар. На 35 гривен. Все. Вроде ничего не забыла. Такие покупочки. Понравилось видео, ставьте лайки. Заходите на мой канал, смотрите мои видео. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.